Биткоин-стартап Bittix официально провел ребрендинг Luna. Фирма фокусируется в своей деятельности на европейском рынке. Генеральный директор Марк Суинепул заметил, что проект Luna – это создание легкого бренда, который является не только обменным сервисом. Марк отмечает: «Я думаю, что некоторые компании проводят ребрендинг, потому что они хотят перейти на блокчейн. Мы же сосредоточены на биткоине».